Чем запомнился уходящий год? Традиционно каждый из нас в это время подводит итоги и строит планы на будущее. Мои коллеги, журналисты телекомпании «Город» вспомнят все, чем нам запомнится этот високосный 2016-й. Он уходит в историю, но многие события, которые случились в этом году, останутся незабываемыми. Восемнадцатого сентября состоялись выборы в Госдуму 7-го созыва. По партийным спискам победила «Единая Россия». 48 избирательных кампаний состоялось на территории региона в единый день голосования. Места в Госдуме достались Андрею Красову и Елене Митиной. Сразу же после выборов рязанцы узнали о самой громкой отставке года. По собственному желанию ушел с занимаемой должности заместителя председателя правительства региона Шаукат Ахметов. Работая в правительстве с 2008 года, он начинал с должности начальника управления автомобильных дорог региона. В должности первого зампреда проработал почти 3 года. На его месте теперь работает Владимир Трушкин. Министром промышленности, инновационных и информационных технологий вместо Михаила Пронина стал его зам Андрей Гудов. В середине лета губернатор раскритиковал работу министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Валерия Матюхина и назначил на его место Андрея Горелова. И традиционно в конце года губернатор Рязанской области Олег Ковалев провел пресс-конференцию для журналистов. Глава региона подвел итоги 2016 года и ответил на вопросы журналистов. Пресс-конференция длилась почти 2 часа, и в рамках беседы Олег Ковалев успел рассказать о достижениях и проблемах, решение которых только предстоит. Губернатор Рязанской области на пресс-конференции прокомментировал возможность участия в губернаторских выборах в сентябре 2017 года. Если я сейчас заморочишь на том, участвовать, не участвовать, идти, не идти, то очень трудно будет делать свою работу. Для меня сегодня главная задача это сконцентрироваться на той работе, которую я делаю. Глава региона подчеркнул, что важнее для него сейчас конкретная деятельность, а не то, как он выглядит перед выборами. При этом Олег Ковалев уточнил, что многие проекты требуют постоянной работы с федеральными ведомствами. В качестве примеров Ковалев назвал музейный центр и БСМП. Много говорилось о реализации ряда проектов в социальной сфере. Построены новые ФАПы в районах, физкультурно-оздоровительные комплексы, современные школы. В областном центре вводится в эксплуатацию новый корпус больницы имени Семашко. В свое время первое, с чего я начинал в системе здравоохранения, это создание системы материнства и детства. И вы об этом много и писали, и говорили. Мы привели в порядок все базовые родильные дома. Несмотря на сложные условия, в 2016 году удалось сохранить экономический потенциал промышленных предприятий и создать условия для развития. Ряд проектов при активном участии правительства получил федеральную поддержку. Среди них СТП «Саста» и «Русская кожа». Рост наблюдается и в аграрном секторе. Отдельный вопрос наша телекомпания посвятила взаимоотношению власти и СМИ. У меня очень хорошее отношение к СМИ, но у меня есть свои оценки, они мои, я не буду останавливаться, как я что оцениваю, это мои субъективные оценки, значит, но по каким критериям я эти оценки для себя делаю? Это объективность, оперативность, профессионализм, глубина проработки вопроса и честность. Глава региона пообещал, что не оставит в беде обманутых дольщиков, а также разъяснил, что в грядущий год, который объявлен годом экологии, продолжится работа над очистительными системами РНПК. Приоритетными же в работе главы региона остаются социально значимые проекты, которые продолжают реализовываться даже в условиях непростой экономической обстановки. Такого в области еще не было. Взрыв дома в Осеннем переулке. Трагедия, унесшая 7 жизней, потрясла жителей всего города. О Рязани заговорили на всю страну. Причина следствия – взрыв бытового газа. На несколько недель жители остались без крова. Кого-то размещали в гостинице, кто-то жил по родственникам и друзьям. Строители за короткие сроки реконструировали пострадавшие квартиры. Жильцы тех, которые восстановлению не подлежали, получили новые. В конце декабря все жильцы дома смогли въехать в свои квартиры, чтобы встретить Новый год дома. В середине сентября открылась долгожданная дорожная развязка на трассе М5 Урал в Спасском районе. Новую дорогу без преувеличения можно назвать самым масштабным и удачным проектом региона в этой отрасли после открытия Северной окружной дороги.
35 тысяч машин в сутки, пропускная способность развязки. 4 полосы с разделительной линией и частичным освещением. Новая развязка обошлась федеральному бюджету в 2,5 миллиарда рублей. Но, как говорят автолюбители, которые часто бывают в этом направлении, оно того стоило. В этом году Рязань во второй раз принимала международный этап соревнований «Авиадарс-2016». Это уникальные летные соревнования, на которых летчики показывают себя в технике пилотирования, мастерстве разведки и навигации и поражении наземных целей. В августе в Рязань слетелись команды из России, Белоруссии, Китая и Казахстана. Кульминацией соревнований стал воздушный праздник «Авиамикс». В этот день на полигоне Дубровичи посмотреть воздушную феерию собралось больше 20 тысяч человек. Здесь выступили знаменитые на весь мир российские пилотажные группы, от выступления которых захватывало дух. Выполняли полеты на технику пилотирования, на поиск наземных объектов и обнаружения, а также выполнение полетов на боевое применение с применением авиационных средств поражения. Элементы воздушного боя на истребителях, одиночное пилотирование вертолета Ми-26 и уникальные летные фигуры, которые подвластны только российским летчикам. Летное шоу стало по-настоящему зрелищным авиационным салоном. Уже известно, что в новом году «Авиадарс» уедет в Китай, поэтому рязанцам остается только ждать и надеяться, что уникальный конкурс еще вернется в нашу область не раз. И, безусловно, главное событие года – празднование Дня Победы. Даже для организаторов стало невероятным сюрпризом количество людей, которые выстроились в бессмертные полки, принеся с собой фотографии своих отцов и дедов. Я очень горжусь своим прадедом, потому что благодаря всем воинам и благодаря ему сейчас над нами мирное небо. А это мой прадедушка по маминой линии. Он воевал под Сталинградом. А это мой дедушка по папиной линии. Он был артиллеристом и воевал на Малой Земле. Он награжден медалем за отвагу. Когда ты стоишь в строю, действительно мурашки по коже идут, потому что смотришь по сторонам и видишь, сколько людей не вернулось с войны, сколько людей погибло уже, ну, от естественных причин смерти, да, после Великой Отечественной войны, сколько их с нами уже нет. И вот от этого еще больше осознания, от того уважения к тем ветеранам, которые остались сейчас с нами. Для меня это главный праздник, самый важный в году. С размахом Рязань отмечала в этом году и День города. Анна Герцовская была участником праздничных мероприятий и вспомнит, как это было. Последние выходные июля стали для рязанцев настоящим праздником. На протяжении 3 дней в городе проходили торжественные приемы, концерты, массовые мероприятия. Город и сами рязанцы получали подарки – от новых памятников на аллее путешественников до концертов и лазерного шоу около стадиона ЦСКА в один из вечеров. Да все нравится, потому что любим свой город, мы его очень уважаем, любим страну Россию. Почаще бы такие праздники организовывали нам. У нас отличный день вообще. Целый день и на природе отдыхали, сюда приехали провести день города. Очень хорошо. Передай привет бабушке Демид. Помаши ручки, ты чего? С каждым годом власти города стараются сделать праздник более насыщенным, организовывают площадки, на которых можно проводить время, общаться, обедать, пить чай, узнавать что-то новое и танцевать. В этот раз в ЦПКИО расположились ремесленники и кулинары, знаменитая скопинская керамика, деревянные сувениры, многое другое и угощения. По благословению митрополита Рязанского Михайловского Марка мы здесь приобщаем рязанский народ к чайным традициям. Завариваем черный чай, иван-чай. И самовар, соответственно, у нас, как видите, тоже придает антуражу на шишках, на углях. Там же прошли спортивные соревнования. Граждане остались довольны фестивалем. Но что стоит отдельно отметить, это праздник, посвященный десантникам. Все официальные мероприятия в этом году прошли не 2 августа, как обычно, а 30 июля. Начало было положено на площади Маргелова. К вечному огню, мемориалу и памятнику были возложены цветы в память о погибших бойцах. Далее день ВДВ обернулся грандиозным представлением на стадионе ЦСКА. По традиции мужественные десантники показали лучшее из того, что умеют. Мы гордимся службой в Рязанском гарнизоне. Слава воинам-десантникам! Слава Рязанской земле! Слава городу Рязани, столице воздушно-десантных войск!
После приветствия начальника училища ВДВ Анатолия Концевого прошли выступления роты почетного караула, группы спецназа, а также инсценировка борьбы с террористами ИГИЛ. Эстафета, десантирование с парашютом, вальс и многое другое. Рязанцы, посетившие праздник, остались в восторге. Мне понравилось абсолютно все. Мне понравилась музыка, мне понравились, как стреляли, мне понравились десантники. И, короче, доволен, как 100 китайцев. 2 же августа, в день ВДВ, десантники еще раз собрались на площади Маргелова, чтобы почтить память павших товарищей, пообщаться и прокатить рязанцев на ретро-автомобиле. Стоит сказать, что праздничное настроение у горожан сохранялось не только в момент празднования Дня города. Уже по сложившейся традиции, каждую пятницу на протяжении всего лета рязанцы и гости города могли весело провести вечернее время на улице Почтовой. Фестивальное лето было торжественно открыто 20 мая, а завершило свою работу лишь в сентябре. За этот период на главной пешеходной улице прошло около 20 различных мероприятий, в ходе которых рязанцы могли принять участие в народных гуляниях и мастер-классах, полюбоваться на выступления творческих коллективов и познакомиться с многочисленными музыкальными группами. В России, как известно, принято не зарекаться от тюрьмы и от сумы. Если о втором пункте подробно расскажут экономисты, то, подводя итоги 2016 года, в рубрике «Преступность» мы вспомним тех, кто в этом году был не в ладах с законом. Нечистых на руку чиновников, опальных политиков, бандитов и прочих уголовников. В этом году, как, впрочем, и в любом другом, в нашем городе не обошлось без громких судебных процессов, скандалов с криминальным оттенком и жестоких ограблений. Урожайным оказался год на крупные коррупционные преступления. Череда задержаний чиновников, звучные имена пестрили в прессе в течение всего года. Одним из самых обсуждаемых стал арест главного архитектора администрации города Рязани Натальи Харибутовой. По версии следствия, в январе-феврале 2016 года Харибутова занимает должность начальника управления градостроительства и архитектуры главного архитектора города администрации Рязани. За общее покровительство по службе получила от директора строительной компании взятку в виде незаконного получения услуг по оплате авиабилетов бизнес-класса для себя и своей дочери из Москвы в Пхукет и обратно, а также услуг по их перевозке в автомобиле из Рязани в Москву и обратно, всего на общую стоимость более 500 тысяч рублей. 27 января 2014 года по ходатайству следователя отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области обвиняемому во взяточничестве налоговику Алексею Новикову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, следователи установили, что Алексей Новиков в январе 2014 года вступил в сговор с начальником одной из межрайонных налоговых инспекций и его замом, чтобы получать от представителей рязанского сельхозпредприятия взятку в размере более 1,5 миллиона рублей за возмещение НДС. Уголовное дело возбудили после того, как сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ России днем 23 января 2014 года задержали Новикова при получении им в служебном кабинете взятки в размере 1 миллион 140 тысяч рублей. С этого момента следователям удалось установить и доказать целую систему преступных действий налоговиков. Для этого в рамках расследования был проведен ряд сложных судебных экспертиз, в том числе фоноскопические, почерковедческие, дактилоскопические. Допрошено более 50 свидетелей. Объем уголовного дела составил 44 тома. Приговором суда Новикову назначили 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Анисимову 5 лет лишения свободы, Чернышову 4 года лишения свободы, Редькину 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Каждому придется выплатить крупный штраф. Ноздрин был задержан 11 августа прошлого года за получение взятки в размере 500 тысяч рублей. Взяткодатель – руководитель сельхозпредприятия в Александро-Невском районе ОАО имени генерала Скобелева Михаил Глазков. Заключение под стражу замминистру сменили домашним арестом, как только он начал сотрудничать со следствием. По версии следствия, деньги от Глазкова Ноздрин брал в качестве отката за предоставление субсидий. Следствие установило, и суд счел это утверждение доказанным, что Ноздрин набрал от подопечных аграриев еще взяток на 140 тысяч рублей за совершение действий по оказанию мер господдержки в интересах возглавляемых ими предприятий. Здесь не делается исключений ни для кого.
и все должностные лица, какую должность они бы ни занимали при совершении преступления, безусловно, несут ответственность за его совершение. Не статус, не какое-либо иное обстоятельство не влияют на то, что, безусловно, осуществляется принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление. Отопление, дороги, городское освещение – эти и многие другие темы были по-прежнему актуальны в этом году и нашли отражение в материалах моих коллег. Галина Ершова расскажет подробнее. Одной из главных проблем уходящего года стало отопление. Его отключали на разных улицах города без видимых причин. В доме номер 30 на улице Ленинского комсомола в течение ноября тепло отключали 4 раза. Там стоит старый вентиль внизу на этом стояке, и он постоянно, там резинка закрывает выход в воде или вход в воды. Из-за этого нет циркуляции. Ситуация усугубляется тем, что в доме в основном живут незрячие или слабовидящие люди. Анна Устинова и ее муж не видят совсем. Вместе с ними в квартире живут только несколько кошек. Обогревателем пенсионеры не пользуются, потому что есть риск просто забыть о том, что он включен. С наступлением минусовых температур пожилой паре приходится надеяться только на теплые вещи. Жители дома периодически звонят в свою управляющую компанию, однако радикальных изменений не видят. Проблема с водой и отоплением возвращается раз за разом. Холодными остаются дома и в поселке Строитель. Несмотря на плохую погоду за окном, трубы в квартирах чуть теплые. К ним легко можно прикасаться голыми руками. Такая же ситуация и с трубами, которые подходят к дому. Сколько они лежат, трубы голые. Я уже тепло думаю, та обратка нет. И та тепленькая, и та тепленькая чуть-чуть. Где тепло будет? Изоляция теплотрассы нарушена практически во всем районе. Степень повреждения разная. От 1 метра до десятков. По голой, неукутанной трубе тепло должно идти в квартиры домов, больницу и спортивную школу. На деле оно согревает только улицу. При этом тариф на коммунальные услуги со второй половины года увеличился на 4,4%. Но для домов, в которых не установлены приборы учета отопления, действуют дополнительные повышающие коэффициенты. С 1 июля 2016 года это 1,5, а с 2017 года коэффициент составит 1,6, то есть люди заплатят на 60% больше. Мы уже всю пенсию отдаем на отопление. Как повысилось отопление. У нас не хватает уже ни на лекарства, ни на питание, ни оплату детских садов. К сожалению, в нашу редакцию поступило множество звонков из разных частей города. Люди жаловались на похожие проблемы. Пока никто из представителей администрации и управляющих компаний не может дать внятных советов, что делать людям. Однако у жителей поселка Строитель, благодаря нашему сюжету и энергии инициативной группы, наконец начался диалог с властью. Без тепла остались и дома на второй железнодорожной улице. Видите, у нас трубы, мы живем наверху, и они у нас вечером бывают комнатные. Когда вот помыть голову ребенку, мы духовку включаем, греемся. И у нас еще маленький обогреватель. Мы там в ванной, взрослые идут, хоть ополоскнуться. Дело в том, что дом находится в 100 метрах от здания на первом осеннем переулке, где 24 октября прогремел взрыв бытового газа. В результате взрыва была разрушена котельная, обслуживающая два дома. За сутки сотрудники тепловых сетей подключили эти дома к котельной соседних домов, сделав врезку в трубу. Однако в спешке не рассчитали диаметр. В результате в домах на осеннем переулке тепло появилось, а из соседних домов ушло. Сотрудники теплосетей признали свою ошибку. Уже переврезки все выпнут, сейчас теплоснабжение уже нормализуется. Однако радовались жильцы недолго. Утром и днем батареи действительно горячие, а вот вечером и ночью становятся чуть теплыми. Громким событием уходящего года стал взрыв в осеннем переулке. Однако ситуация в Рязани с газовым оборудованием настолько вышла из-под контроля, что трагедия могла повториться. Состояние дома по адресу улица Высоковольтная, дом 34, корпус 1, оставляет желать лучшего. Резкий неприятный запах, отваливающаяся штукатурка и осыпающиеся окна. Но главной причиной беспокойства стали газовые приборы в кухне на первом этаже. Рядом с газовой конфоркой, которая сама находится в ужасном состоянии, расположено окно. В нем уже около месяца выбито стекло. И если на других этажах пенсионеры дежурят и самостоятельно осматривают приборы, то спускаться на первый этаж они просто боятся. Там у нас одни живут, неблагополучная семья. И поэтому вот там такие вещи происходят. Также жители дома
жалуются и на плохое состояние газовой техники. На четвертом этаже плиты уже заменили за собственные средства. Демонтажом старых и установкой новых занимались специалисты из Горгаза. Но профилактические работы в доме давно не ведутся. Управляющая компания дома утверждает, что договор на обслуживание газового оборудования заключен с Рязаньгоргазом. Однако в базе дом числится только по договору на обслуживание внутридомовых газопроводов. Профилактическим осмотром газового оборудования Рязаньгоргаз в этом доме не занимается. Напомним, что именно Техрембытсервис является управляющей компанией взорвавшегося дома в Первом Осеннем переулке. В отношении директора компании и его заместителя возбудили уголовное дело, правда, по экономической статье. Другой важной для города проблемой стало освещение, точнее, его отсутствие. Напомним, что замена освещения произошла в 2014 году. Дирекция по благоустройству города заключила договор с ООО «ГПБ Энергоэффект». Светильники меняли на новые аналогичные мощности. Главной задачей была экономия за счет снижения потребления электроэнергии. Контракт был заключен на 7 лет. За это время город должен был выплатить фирме-подрядчика 300 миллионов рублей. Это те средства, которые сейчас экономятся в результате установки энергосберегающих светодиодных светильников. Однако многие из них уже вышли из строя. Но в большинстве случаев выясняется, что лампы перегорели из-за нарушения условий эксплуатации. В частности, из-за скачков напряжения. Сейчас наша телекомпания выясняет, кто занимался разработкой и утверждением проекта городского освещения и не предусмотрел нюансы именно нашего города. А вот в поселке Ворские ситуация с освещением улучшилась, правда, после аварии. Машина Юлии Новинской прямо на ровном месте вошла в неуправляемый занос и перевернулась. К счастью, никто не пострадал. В заключении специалистов сказано, что дорожное полотно не было обработано противолёдными реагентами, а также отсутствовало искусственное освещение. Когда мы ждали ГАИ, с родственниками уже приехали, я видела, как шел полк десантников или кто там, я не знаю, военных, таких же, как шли по дороге Шумыш, которые погибли. И могла быть просто катастрофа. Они шли по этой же стороне дороги с фонариками. Я их могла бы тут собрать вместе с собой, как пешки. То есть у меня машина была неуправляемая. Ситуация, которая произошла с Юлией Новинской, не редкость для поселка. Аварии на этом участке дороги в зимнее время года происходят регулярно. Причин две – нерасчищенная трасса и отсутствие освещения. Это больной вопрос для всех. Вот оно смонтировано было в середине лета и до сих пор никак не могут зажечь. Но если в деньгах дело, может, мы бы скинулись. На следующий день после выхода репортажа в редакцию позвонила Юлия. Свет на трассе появился, но дороги пока все так же не чистят. Ну что ж, не все сразу. Телекомпания «Город» – это ежедневные выпуски новостей каждый будний день, а также авторские программы разных тематик. В последние дни уходящего года мы благодарим наших телезрителей за преданность. Напоминаем, что мы работаем для вас и желаем вам счастливого Нового года и до встречи уже в январе 2017.